Всем привет, дорогие друзья. В общем, попросил у меня дедушка машинку вот эту сделать, но я не могу понять, что тут не так с ней. Вроде бы рукой крутишь с той стороны легко, а вот с этой, блин, тяжело. А то ее как бы подклинивает, ее включаешь, и оно дернулось и стоит. Этот болт не могу. Вообще он не идет ни туда, ни сюда. Ерунда, что с ней такое? Короче, я не могу разобраться. Там снизу еще вроде бы тут можно крутануть. Тут я крышку открывал. Вот эту. И рукой оно крутится, мотор. Но все равно, но что-то оно слишком туговато. Как для того, чтобы оно должно здесь легко крутиться. А не так, что ты усырайся. Туда, на сюда. Короче, посоветуйте, что с ней делать. Как ее... Вот это с этим таким сталкивался, с трехитцем. Ну, это дешевая машинка какая-то, я не знаю. Понятно, что у пенсионера не будет ничего такого крутенного. Сейчас модель покажу. Может кто сталкивался с таким, да, попробовал откручивать. Она слабенькая, 385 ватт. Она даже не греет воду, она просто полощет. Короче, может подскажет кто, или есть кто есть в Чернигово, у кого есть. Мне нужна машинка, купил новую, та, ну, рабочая, просто смешает. Я бы с удовольствием ее забрал, и дедушке бы ее подарили. Эту машинку я бы забрал, бы приехал. Есть такие люди, которые просто покупают новую, там, большим объемом, а та уже старенькая, она рабочая, но для них это мало. Если кто с Чернигова и может отдать, то я приеду, заберу и подпишу, где-то ее тут.